Добрый день, сегодня в ремонте холодильник Beko. Это гибридная модель с нижней морозильной камерой. Ну, также есть диспенсер воды, то есть можно набирать воду и, соответственно, будет охлажденная водичка. Ну, внизу мы видим три ящика и пельменец. То есть морозилка у нас идет No Frost, холодильная камера у нас с динамическим охлаждением. Сейчас вам покажу шильдик. То есть это производство Турции. Но спустя 5 лет у него произошла утечка. На данном холодильнике уже был заменен компрессор. Вместо китайской Джексперия поставили ХМК-95А компрессор. Но утечку не устранили. Вот сейчас я выкручиваю ниппель, чтобы посмотреть, есть ли хладоген в системе. Даже не пшикнул. После опрессовки 7.40 давление тает на глазах. То есть даже слышно, где происходит утекон. Компрессор, кстати, 20-го года. Свежак. Здесь появилась небольшая пора, кстати, удивительно, не по обратке, а по переходу, морозильная, холодильная камера. То есть пора и выбивает, здесь, как мы видим, пузырь достаточно быстро, она сваливает. Прошло 15 минут, давление было 10.30. Давайте посмотрим, что сейчас. То есть давление как было, так оно и осталось. То есть утечек больше нет.